Приветствую, друзья, на канале Crossout Lovers. Сегодня в видео у нас будет обзор на дробовики Очаг. В последнем обновлении им понизили прочность на 10%. Посмотрим, как с ними сейчас играется. Сегодня у нас будет три крафта. Это первый крафт, это вот этот. Его все видели по миллионам миллиардов раз. А второй крафт у нас вот этот будет, бункерный. Кстати, у нас сегодня будет видео от большего ома к меньшему крафта переходить. Сегодня вот так решил сделать. И последний крафт у нас вот такой вот. Здесь даже фаворита не стоит, три очага. То есть как можно меньше очков мощи. Посмотрим, как на нем катается. Ну давайте перейдем к сборке вот этого крафта, а потом проверим его в бою. Итак, мы поехали в первый бой. Посмотрим, что этот крафт сможет сделать. Мы врезались в стену, классно. Для меня этот крафт медленный, кажется. Сюда надо какой-нибудь жесткач поставить. У меня жесткача сейчас не было, я из него что-то скрафтил. Блин, не вовремя. Надо какой-нибудь жесткач четкий поставить. Четкий надо лучше ставить, не жесткач. Но у меня дальшка такого сейчас нету. Вот. Хорошо, хоть перевеса нету. Так, сейчас попробуем кого-нибудь завалить. Да, конечно, машина едет очень быстро. Ну да ладно. Тише едешь, дальше будешь. Так, вон там кто-то едет. Но я его не догоню, мне кажется. Так, или он сам ко мне приедет? Нет. Он и не приедет ко мне, и не догоню я его. Так, вот этого давайте завалим. Так, включил все. Давай, давай, давай. Есть, зафигачил. Минус один. О, так я говорю, он сам приедет. Он сам приехал. Стой. Стой, 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 чувак. Так, мне вот там сзади уже одну детальку отстрелили. Сейчас попробуем ему взорвать весь крафт. Так, есть, попал в генератор, бочку, все взорвалось. Ништяк, минус 2. Едем дальше. Ой, тут кто-то. Кто-то у нас на базе еще один остался. И вот последний еще тоже едет. Так, наверное. Так, так, так. Да, я угадал, он сейчас последнюю базу поехал захватывать. Я его где-то там видел уже. Он туда ехал, в ту сторону. Так, где он тут? От него одна кабина осталась. Так, 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 давайте валим его, валим. Есть, минус 3. Ништяк, победа. Ну-ка посмотрим, МВП или не МВП. Нет, не МВП. Итак, мы проехали первый бой. Завалили трех человек, неплохо. Ну, давайте теперь перейдем к сборке. Не знаю, давайте вот этого крафта.
сегодня к наименьшему ому идем. Вот к этому крафту, на нем уже миллионы, миллиардов раз все ездили. Давайте перейдем к сборке данного крафта, а потом проверим этот крафт в бою. Итак, мы поехали во второй бой на втором крафте. Посмотрим, что он у нас сможет. Фига себе, Союз подпрыгнул. Это, как он так сделал? На Скорпионе это он жеребцы поставил. Ой, я тоже прыгаю. Классно как. Прыгает он, конечно, зачетно. Так. Надо, конечно, сейчас, чтобы враги сами подъехали. Я потому что в дальний не умею стрелять. О, уже кто-то приехал. Так. Давай, есть добил чисто, но это не считается. Так, вот этого взял, да, тоже грохнул. Так, вот теперь надо валить, короче. Мне гусеницу одну стрелили уже, зараза. Ну ладно. Так, сейчас. Я сейчас чуть позже попробую объехать в спину. Так, давайте вот этого попробуем еще завалить. Так, 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 союзами грохнули его. Так, вот туда, мне кажется, уже нету смысла ехать. Сейчас я попробую в спину объехать. Вот. Так, хотя, мне кажется, они меня по радарам спалят, мне ничего не получится, меня зарвут просто-напросто. Так, ой-ой-ой, я боюсь, меня сейчас там встретят. Да, вот, давайте союзами поедем, вот он, с импульсом, давайте фигачим его, он добить надо, хотя бы его. Так, добили, врываемся дальше, ну все, это походу минус, да. Да, меня завалили, ну я думаю, союзы тут сами справятся, мы опять троих, кстати, завалили, прикольно. Да, союзы справились сейчас. Да, последнего они завалили в прыжке. Победа опять, ништяк. Так, МВП-ха. Да, МВП-ха у нас. Итак, я уже проехал второй бой на втором крафте. Мне тоже на нем понравилось, прикольно ездить. Быстрый, маневренный такой крафтец. Давайте теперь перейдем к последнему крафту на сегодня. Вот к этому. Давайте его теперь соберем. А потом пойдем его тестить в бою.
Итак, мы поехали в третий бой на крафте с тремя очагами и рыком. Здесь фаворита у нас не стоит. Ну, не знаю, сможет ли он что-то сделать без фаворита. Ну, мне кажется, сможет без фаворита даже. Фаворит так уж дополнительно для более большого урона. Ну, конечно, на этом крафте я ни разу не ездил. Мне как-то кажется, что он какой-то хлипкий. Ну, сейчас время покажет, сейчас увидим. Так, ой, что-то там наших двух союзов уже грохнули. И он там... Клиентик у нас едет. Так, что у него стоит только, я понять не могу. То ли пламя у него сбоку стоит, то ли что. Либо, а, это, наверное, дроновоз. Так, 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 сейчас мы их узнаем. Да, понятно, дроновоз с этой, с запалами. Сейчас мне машинка все расфигачит. Так, бочину расфигачила. Ну ладно, не так уж критично. Так, сейчас его, короче, догонят. У меня машина не такая быстрая. А нет, он сам приедет сейчас. Так, давайте добьем. Есть, просто сам приехал, я его чисто добил. Так, ну давайте, надо, наверное, союзам помочь там. Они как-то это, защищаются, у них не особо получается, надо помочь. Так, вот тут клиенты едут. О, чуть за хлипкий крафт такой маленький, сейчас мы его добьем. Хотя он не добиваем, целый крафт у него такой маленький, смешной. Так, давайте, а, нет, не успею, или успею грохнуть. Успею, да, а, нет, союз грохнул, ладно. Так, ховер у нас здесь, сейчас ему отстрелил, он... Да, он сам взорвался, классно. Так, вот последний, давайте его добьем. Это утюг у нас. Так, 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 есть, троих опять зафигачили сегодня у нас. Все, в каждом бою по три человека, победа опять. Ну, вот такой у нас бой. Итак, я проехал уже третий бой, в каждом бою по 3 килла, МВПхи, урон, просто все летит, взрывается. А, что скажу, какой мне крафт больше понравился? Конечно же, вот этот, я люблю более маневренные тачки, эти, конечно, тоже неплохие, но мне, конечно, понравился вот этот классический такой больше. А, что скажу, в общем, по оружию? А, мне оно понравилось, ништяк, тащит, а как-то вот эти вот 10%, то, что прочность понизили, ну, как-то я не ощутил. До сих пор тащится все как-то, само получается, урон бешеный, особенно с фаворитом, прям урон офигительный, если, конечно, фаворит ставите, конфетка получается, но и с рыком тоже неплохо, то есть к очагам советую докупать еще фаворит. Ну, пишите в комменты, заметили ли вы разницу глобальную в этом, не знаю, нерфе. Ну, на этом, думаю, все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока.